Речь донская. Откроем уникальность нашего говора. Категория 12+. У микрофона Инна Панфилова. Здравствуйте. Мы продолжаем пополнять словарь речи донской. Сегодня расскажем о том, что такое соломата. Но сначала послушаем жителей донской столицы. Знают ли они такое слово и употребляют ли его в своей речи? Что-то связанное с сеном, какие-нибудь снопы сена, которые складывают ненужные на поле. Это что-то формата соленого мяса, как будто вяленое соленое мясо, соломата. Вариант, может быть, типа в засолке, как раньше в бочках хранили мясо, вот такое соломата. Ну, как солонина формата, ну, вот по-другому название только. Солома. Может быть, она как-то интересно сплетена в какую-то форму. Услышать такое слово сегодня можно редко. В городе его не знают, а в селах практически не употребляют, рассказывает житель Богучарского района Воронежской области Василий Иванович. Что он из себя представляет? Кипит молоко, туда добавляют муку, а в муке сахар и соль, и добавляют. И получается как каша манная. Это в старину, я вот 51-го года рождения, где-то в 63-м году. И вот мы кушали такое, мама готовила, особенно для детей, которые там полгода или годики, надо добавкой. Муку мололи, хлеб пекли, коровку держали, молочко было, мамы наши ходили на сахарную свеклу, зарабатывали сахарок, было так вот и все. Вспоминаю здесь, вот мы раньше соломату-то ели, ох, какая вкусная, а ныне в магазине купили готовый, не надо колотиться и все. И хотя слово сегодня практически неизвестно современным жителям Ростовской области, найти рецепт соломаты несложно. Она может быть с гречневой, пшеничной или овсяной мукой. И если на Дону соломата готовится как каша, на Вологодчине соломатой называют овсяную крупу, поджаренную на масле или сале. Мы продолжаем рассказывать о редких или забытых словах. Если вам интересно узнать о каком-нибудь из них или поделиться своими, звоните нам по телефону 200 ровно 0849, и мы расскажем, что это такое.